Можем. Я всю ночь не спала. Думала, чем Алена может хозяину свести могилу. Даже грешная мысль в голову пришла. Какая мысль? Ссорились они в кабинете. А в кабинете у хозяина стоит камера. Маленькая такая, никаких спрятанных, прямо напротив сейфа. Я как-то перебирала, вытирала пыль и заметила ее глазок. Ну, думаю, хозяин сейф охраняет. От кого? В доме никого не бывает, в дворе охрана. Да недавно соседский особняк ограбили. Там тоже охрана. Ничего, собаку усыпили, охранника оглушили, связали и кляп засунули вперед. Я думаю, что теперь он камеру вообще не отключает. Очень длительно у меня хозяин. Так вы запись, что ли, посмотреть хотели? Ну да. Но меня мое невежество подвело. Ой, недаром мне мой сын говорит, потешается надо мной и говорит, что мне технический кретинизм. Не справились с камерой? Ну да, но там же нет этой кнопки. Ну куда жать, чтобы изображение появилось? Да, Лидия Павловна, отношения с техникой у вас, прямо скажем, неважные. Надо учиться осваивать. Без этого сейчас и не проживешь. Ну, живу как-то. Да я бы, если хотела, я бы могла вообще хозяйский сейф открыть. Вот так просто. Посмотрите. Мне интересно. Вот в это я не верю. На сейфе кодовый замок. Лидия Павловна, вы что, код знаете? Я в кабинете убирала. Этот хозяин с порога сразу к сейфу. Меня даже не сразу заметил. Вот я и увидела цифры. Мне прямо в глаза бросилась. Сама бросилась.